Спустя месяц создания, спрыгнув со страниц концепта новогоднего оформления, на сцену вышел главный герой анапской зимы – песковик. Преимущество перед своим сибирским родственником показал сразу. Холода не боится, под солнцем не тает и даже в дождь предлагает гостям спелую хурму. Занял место в центре новой зоны отдыха – новогоднем лаунже. Вообще обалденно, как в сказке. Как прям Новый год чувствуется. А то дождь, солнце, а здесь Новый год. Просто превосходно. Мы вообще в шоке. До такой степени красиво вообще. Я думаю, что люди вообще будут очень довольны встретить Новый год здесь, на пляже. Пляжный лаунж разделен на несколько зон. В удобных креслах можно отдохнуть с чашечкой чая, а возле оригинальных фотозон без труда получатся удачные снимки. Освещают лаунж десятки золотых огней от гирлянд в стиле лофт, а также современные очаги. Жарить зефир на пламени за стеклом, конечно, не получится, да и нельзя. Зато можно погреть руки зимним вечером. Действительно хочется прийти здесь, показать детям, провести время. Выпить чашечку кофе. Мы распределили основные приоритетные улицы, подсветили где-то деревья, где-то украсили специальными световыми фигурами. В новом виде представлена у нас центральная елка. Ну и прежде всего основа и кульминация всего этого – это эти лаунж-зоны, эти площадки, где можно провести время на пляже. В ожидании новых фотографий символ 2021 года по китайскому календарю – бык, что занял место на платформе. Украсить лаунж помогли даже анапские ремесленники. Игрушки на елке – их работа, преимущественно морской тематики. На зеленых ветках уже расселись белобочки чайки и бросили якоря деревянные корабли. Вот это все задумано впервые на Черноморском побережье, именно у нас в городе Анапа. Это задумала у нас наша администрация, нам предложили они украсить эти елки. Именно формат такой, новый формат зимнего отдыха, встречи Нового года на пляже. Когда они нам это предложили, естественно, мы согласились, даже с радостью, потому что хочется всегда радовать и жителей, и гостей нашего города своим творчеством. Очень крутая зона у нас появилась. Теперь есть куда пойти, есть где погулять. Подсветился пирс. Здесь можно будет посидеть с пледиками, попить кофе. Теперь сюда можно приходить и говорить о том, что в нашем городе есть такая зона для всех, куда доступ всем открыт, и это очень круто. Лаунж-площадка уже стала одним из популярных мест у анапской молодежи. Сюрприз, приготовленный администрацией курорта, пришелся по душе как местным жителям, так и туристам. Вход в лаунж бесплатный. Провести здесь время можно будет до 15 января. Зимой в Анапе! Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.